Всем привет! У нас сегодня понедельник, и на завтрак тортик медовый, который мы вчера вместе с вами делали. Вот такой вот он получился красивый, пропитался. И у меня еще латте. Приятного нам аппетита! И вам тоже, если вы кушаете. У нас сегодня такая шикарная погодка, мы сходили уже с детьми погуляли и пришли, теперь я готовлю обед. Хорошо, что у меня осталось замаринованная курочка, точнее куриная голень со вчерашнего дня, я надеюсь, вы помните. Вот сейчас мы будем готовить голень в духовке, а на гарнир я сделаю картофельное пюре, ну и, конечно же, салат со свежих овощей. Куриную голень я уже выложила на пергамент и сейчас отправлю в духовку, разогретую до 210 градусов, будем запекать. Вот таким образом выглядит сегодня мой обед. Картофельное пюре, две куриных голени. И вот здесь вот овощной салатик. Так, ужинать сегодня как-то не особо хочется, поэтому у меня здесь немного булгура отваренного, одна куриная голень и вот здесь вот салатик из свежих овощей. Приятного мне аппетита! Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!